Только вот это view, оно просто манит тебя. Вот это, не знаю, камера не придает, конечно, цвет океана сейчас. Он такой какой-то, знаете, темно-зеленый. Темно-зеленый какой-то. Камера, по-моему, не передает такой цвет. На самом деле волны вообще маленькие. Вот если бы это было лето, купаться было вообще классно. Волн больших нету. Особенно красиво, когда солнце, закат, и закат тоже, но восход вообще здесь феноменальный. Когда ты утром выходишь, если вот солнце, наблюдаешь, оно прямо всходит из-за вот этого вот горизонта, вот этой полосы, поднимается солнышко. Это такое красивое наблюдение. Вот. И вечером, как оно опять заходит за этот горизонт, это вообще просто сказка. Настолько это вообще отвлекает от всего, от нашей жизни суетной, наших проблем насущных. Действительно, природа, вода – это сила, сила наша. Как можно чаще выбирайтесь на природу, на свежий воздух. Это очень хороший антидепрессант, я вам хочу сказать. А поскольку жизнь напряженная, у каждого по-своему, нам нужен каждому свой антидепрессант. У меня, например, это вот вода. Вода, океан, море, не знаю, водоемы. Здесь вода, воздух свежий. Для меня это просто благодать. Я отдыхаю, и как будто у тебя прочищается твое сознание на вот таком воздухе свежем. Ну вот даже есть, да, бассейнчики такие, некоторые гостиницы маленькие. Есть побольше. Тут вообще у нас большой бассейн на улице в этой гостинице, но сейчас они все закрыты. Сейчас они все закрыты. Конечно, холодно уже. Это не Флорида. Все-таки во Флориде там сейчас очень тепло, можно купаться. То в Южной Каролине, конечно, не покупаешься в это время года, ноябрь. Уже, к сожалению, все. Может быть, еще вот, да, вот в начале октября купаются. У нас даже в Нью-Джерси еще, вот я слышала, купались в начале октября. Было очень тепло в этом году. В октябре еще даже купались. Я думаю, здесь тоже. Но уже вот сейчас вот, где-то вот недели две назад уже как-то стало холодать. Уже погода изменилась. Все. Уже холодно для купания. Тоже пальмочки есть. Везде. Еще можно снять гостиницу. Конечно, здесь очень много разнообразия гостиниц. В этом городе. Город очень большой. Я думала, он намного меньше. Но когда мы вчера въезжали с другой стороны, с северной, North Myrtle Beach, он такой огромный, раскинутый просто вдоль побережья. Большой, широченный и очень красивый город. Myrtle Beach, так что действительно сюда приятно приезжать отдыхать, особенно летом, когда можно купаться. Так что welcome to South Carolina. Вообще хороший штат. И North Carolina, и South Carolina. Очень хорошие два штата, приятные. А, приятная атмосфера, люди. Всем советую здесь побывать. Еще мечтаю побывать здесь. Город есть Чарльстон. Вот Чарльстон я бы хотела еще посетить, городок. Шарлотта очень красивая и развивается сейчас тоже, но это North Carolina. Мы сейчас South Carolina, поэтому мы туда уже, конечно, не попадем. Ну вот еще буду снимать дальше, где мы будем сегодня, завтра, эти дни. Вот. Так что оставайтесь со мной. Смотрите мои видео, ставьте лайки. Спасибо за то, что смотрите. Всем хорошего дня и хорошего настроения.
Пока-пока.